По предварительным подсчетам, в новогодних елках примут участие около 5500 маленьких люберчан. Тематические мероприятия пройдут по всему округу, ну а главное состоится во Дворце культуры. Праздничные новогодние елки пройдут в конце декабря во всех поселениях городского округа. Маленьких люберчан ждет интересная программа. Новогодняя вечеринка, цирковое, пенное и снежное шоу. Кроме того, детей поздравят Дед Мороз и Снегурочка из Великого Устюга. Отмечу, приглашение на главную елку городского округа получат победители олимпиад всех уровней, а также дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.